Совсем недавно в мире был предположительно закрыт гештальт вселенского масштаба. Ольга Бузова объявила о беременности. Как вы думаете, у меня будет мальчик или девочка? После этого телеведущая ушла в тишину на этой теме. Не делала публикации в Инстаграме с объявлением беременности. Не отвечала на комментарии и вопросы аудитории. Соответственно, пользователи стали обвинять ее во лжи и привлечении внимания на такой важной теме ради охвата. Очевидно, что Ольга Бузова выжидает нужный момент для объявления или пока не готова открыто комментировать эту тему. Но недавно появилось видео, где лучшая подруга Оли дарит ей подарок для ее будущего ребенка. В любом случае, мы рады за Олю. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Для тебя, Оль, подарок. Нервного. Не будем рекламировать бренд. Просто посмотри. Голубой или розовый? Мальчик или девочка? Покажи розовый. А вы как думаете, у меня будет мальчик или девочка? Девочка. Давайте скинемся. Я думаю, девочка. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.